Виджелия сирена. Это аромат, посвященный морской русалке. Одной из морских русалок, которые моряков своим пением магическим затягивали на дно. Этот аромат для тех, кто хочет красивых пудровых звучаний. Это для мужчин и для женщин. Очень душистый, очень красивый, сладкий пудровый аромат. Конечно, сейчас, если будет жарко, он сугубо вечерний. Либо для тех, кто любит вот такие яркие душистые звучания. В шлейфе он запудривается, то есть в шлейфе ярко выраженная пудра. Тут она и присутствует, в принципе. Очень стойкий, шлейфовый, но для лета можно использовать, если нравится аромат, можно использовать, кстати, потрясающий твердый парфюм. Вот твердый парфюм, он именно более мягкий, и вы его просто наносите, он как бальзам. То есть создается такая нежная вуаль, но без спиртовой нагрузки. В зимнее время это шикарный вариант, то есть смешение с холодным воздухом великолепно. Аромат звучит? Основные ноты аромата Лиджелли Сирена – это итальянский лимон, апопанакс, компонент, который добавляется в аромат для того, чтобы создать более глубокое звучание и сделать более долгоиграющий шлейф. Чем больше резиноидов, чем больше бальзамов, тем более стойкий, объемный и глубокий, вот такой вот необычный по звучанию аромат. И шлейф в шлейфе аромата пудра и восточная ваниль.